жертву правды возношение, и все сожигаемые тогда возложат на алтарь твой тельцы. Позвал. Ты меня ненавистна. 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 Любви никогда не было. Ты просто хотела выйти замуж. О, ха. Добилась своего. Что за безумие на меня нашло? Почему это пошлая трагикомедия? Можете мне представить Чайковскому? Я хочу в консерваторию поступать. В консерваторию? Лучше замуж вы хотите. Я хочу только одного. А потом всю жизнь быть с вами рядом. Я никогда в жизни не любил ни одной женщины. Ваши недостатки совсем ничего для меня не значат. Без них я не любила бы вас так сильно. Я невеста. Мне Чайковский предложение сделал. Смеет у меня отнять тебя, потому что ты мой муж. Надо, не надо. Хочешь сделать? Беги от него. Голубушка, ну, отпустить. Единственная мысль моя во время жизни с ней была, и это убивало меня. Не любит наш Петя женщин. Он любит мужчин, юношей. Знаю, ты меня не любишь, это мучает меня. Я принадлежу тебе и душу, и тело. Но и страдал раби Божий Антоний, чтоб ночами он не спал, чтоб сутками по мне одной страдал раби Божий Антоний. Сенницкара, сенницы. Унизить меня, уничтожить, вот что тебе нужно, Петя? Но я хочу, чтобы ты, Петя, знал. Без меня ты жить не будешь. Не будет развода! Я жена Чайковского! Чайковский の妻